Вооружение найдено на заводе приборостроительном в городе Изюм. Значит, ну вот как сами можете увидеть, в основном все вооружение иностранного производства. О чем мы можем говорить? Вот ПЗРК «Стингер» очень много находится, ну практически, так скажем, в любом населенном пункте, в который бы мы ни заходили, не меньше 5-10 штук. Очень хороший, так скажем, гранатомет по уничтожению, да, вот, ну, техники, да, это немецкого производства. Данный элемент противотанковой управляемой ракеты, это уже украинского производства, но все компоненты наши еще с советских времен. Это Швеция, можем наблюдать. То есть фактически можем говорить, что против нас воюет вся Европа.